в районной администрации состоялось заседание антинаркотической комиссии. Среди вопросов, рассмотренных на заседании, о реализации в системе районного образования комплекса мер по формированию здорового образа жизни и раннему выявлению потребителей наркотических средств. Так речь шла о социально-психологическом тестировании и профилактических медицинских осмотрах обучающихся. Мероприятия начались неделю назад и будут продолжены в ближайшие месяцы. Во всех общеобразовательных учреждениях созданы приказы о назначении ответственных лиц, кураторов за проведение социально-психологического тестирования. Все назначенные кураторы социально-психологического тестирования прошли авторизацию в системе образовательных учреждений Московской области для детей, нуждающихся в психологической, подростковой и медико-социальной помощи. На заседании обсудили деятельность учреждений социального обслуживания населения по оказанию психологической помощи семьям и детям в трудной жизненной ситуации. С начала года Щелковское управление соцзащиты провело 655 индивидуальных консультаций. В 2018 году в Щелковском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Семья» разработана новая форма работы для оказания социальных услуг населению посредством IT-технологий. Проведение социально-психологического, социально-правового, социально-педагогического консультирования в интернет-пространстве. Консультирование проводит психолог центра, прошедший обучение и допущенный к данному виду работы. На заседании также были подведены итоги проведения в районе антинаркотического месячника «Щелково за здоровый образ жизни». В районе у нас, значит, за этот период было проведено более 60 мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди несовершеннолетних, пропаганду здорового образа жизни. Много делаем, останавливаться нельзя. В завершении заседания заместитель главы администрации Евгений Петеримов поручил членам антинаркотической комиссии подготовить свои предложения в перспективный план работы на 2019 год. Надо заметить, предложения в аппарат комиссии принимаются не только от ее членов, но и от всех желающих. От всех, кто кровно заинтересован в усилении борьбы с самым страшным злом 21 века – с наркотиками. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».